Преподобный Паисий Святогорец, страсти и добродетели. О том, что гордость многообразна, скрытая гордость. Геронда, вы сказали, что во мне есть скрытая гордость. Что такое скрытая гордость? Это внутренняя гордость, а внутренняя гордость намного хуже внешней. А чем внешняя гордость отличается от внутренней? Внешняя гордость заметна и потому легко поддается врачеванию. Человек, имеющий внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, по разговору. Но бывает, что ему достаточно услышать всего несколько слов, и он начинает исправляться. А вот скрытую гордость попробуй распознай. Именно поэтому она с трудом поддается исцелению. Она прячется глубоко, окружающие ее не видят. Только очень опытный человек способен заметить ее. Скрытой гордостью страдают в основном люди, верующие, ведущие духовную жизнь. Внешне они могут казаться смиренными и благочестивыми, а в душе скрывать такую гордость, что будь здоров. Не обманывайся, тангалашка может быть одет как в модный костюмчик, так и в нищенские лохмотья. А если человек имеет скрытую гордость, он чувствует ее? Если наблюдает за собой, то чувствует. Мне кажется, Геронда, что человек, имеющий скрытую гордость, не чувствует в душе покоя. Покоя от Бога он не чувствует, даже не знает, что это такое, но он сам успокаивает свой помысел. Геронда, что может помочь мне распознать скрытую гордость и как бороться, чтобы избавиться от нее? Представим, что ты ревностно подвязаешься, и помысел тебе говорит: ты делаешь нечто великое, ты добродетельный человек. Если так, то в тебе есть гордость, ты ее в себе скрываешь. Если ты в себя смотришься, то увидишь, что удовлетворение, которое ты испытываешь, удовлетворение ложное. Чтобы скрыть гордость, скрытая гордость ушла, тебе нужно возненавидеть эту ложь и прогнать ее от себя. У людей вызывают отвращение те, в ком заметна внешняя гордость, и это помогает последним исправиться. Однако те, у кого есть внутренняя, скрытая гордость, должны сами гнушаться собой, чтобы от нее избавиться. Кроме того, если ты даешь другим право делать тебе замечания, ты тоже себе помогаешь, потому что твоя скрытая гордость выходит наружу, становится явной, а затем постепенно исчезает.